Всем привет! Сегодня я вам покажу, как надо проверять правильно зарядку в автомобиле. Многие замеряют только на аккумуляторе. Сейчас я объясню, что сначала мы проверяем генератор, а потом уже на аккумуляторе. К тому же у машин, у которых аккумулятор вынесен из подкапотного пространства, то есть находится либо в багажнике, либо под задним сиденьем, частенько наблюдается такая неисправность, как падение напряжения. То есть генератор выдает нормально, на аккумуляторе у нас идут падения. И причем, чем выше нагрузка, тем сильнее идет падение. Заводи! Иди ко мне! Минус на корпус, плюс на силовой. Плюс вот сюда. Да? Да? Да. А минус на корпус. Пошоркай минусом, чтобы хорошо он сел. Что-то ты плохо держишь. Хорошо, вот, хорошо прижми. Запомнили, 14 и 1. Ты свет включил? Сейчас я включу свет. Сейчас мы включим свет. Замеряй. То же самое. Хорошо, прижми, током не ударит. 14,1. Все, теперь пошли в салон. Пойдем в салон. У нас включен свет. Вот, у нас аккумулятор. Дохлый, передохлый. Видели, там 14,1, тут 13,9. Падение напряжения есть, но оно в пределах нормы. А бывает до такого доходит, что аккумулятор выдает, ой, генератор выдает нормально до 14,5. На аккумуляторе меряешь, ну, 13,9, думаешь, вроде норма. Включаешь дальний свет и падает до 12,5. Это потери. Потери на соединениях, окисления. Но тут я вообще удивлен, что такие зазоры, вот такие проставочки, и один хрен в пределах нормы держит. А на этом пока все. Ставим палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, жмите кнопочку колокольчик, чтобы не пропустить новые сообщения, новые ролики. Задавайте вопросы, комментируйте. Всем успехов, ровных дорог, полного бака. И, конечно же, гаишников. Ни злых, ни добрых. Скоро увидимся.